Здорово. Слушай, ну вот скажи, сегодня просто у нас был Протас, который оценивал себя, я топ-1, я тут пришел за победой, сейчас я вас всех вот выиграю, СК2. С каким настроем ты сейчас сюда пришел и что ты думаешь о своих соперниках? Ну, безусловно, я хочу именно выиграть, потому что только первое место получает квоту, но все же это как стоны, тут всякое бывает. Вот ты сюда пришел за победой, и считаешь ли ты себя прям лучшим настолько, что сейчас скажешь на несколько тысяч зрителей, я лучше, я это затащу? Ну вот, со 100% уверенностью сказать то, что прям затащу, не могу, поскольку все-таки тут от рандома немало зависит. Но я считаю себя фаворитом, если быть честным. Ну, здесь четверо ребят фавориты. Слушай, ну и пока вроде бы вопросы такие, были достаточно адекватные. Думаю, все-таки мы с тобой еще раз здесь увидимся. Я думаю, в гранд-финал ты, скорее всего, пройдешь на самом деле. Ну и специальная фишечка для онлайн-зрителей. Ты скажешь, неплохо сыграно. Да, сможешь? Сейчас, подожди, я дам тебе микрофон. И ты вот с выражением смотри в камеру и прям вот. Неплохо сыграно. Ну вот видели, друзья, неплохо сыгран. Он три раза сказал, как и любит. Ну что ж, друзья, это был Empire Павел, я с вами был Афоризм, а теперь мы ждем следующую каточку, когда будут у нас играть его, собственно говоря, оппоненты Гнуми, которого вы знаете, и, естественно, Tata Bay из команды Seven Hits, наш белорусский товарищ, друзья. Далеко не уходите, пока небольшой.